Итак, народные средства, народные методы лечения заболеваний суставов. Я хочу представить наших гостей. Специалист по альтернативной медицине из фитоцентра «Розмарин» Каролина Петрановская. Здравствуйте, Каролина. Консультант фирмы «Наве Фарма» Марина Гуртин. Здравствуйте, Марина. И специалист по народной медицине Давид Смелянский. Здравствуйте, Давид. Прошу вас. Каролина, давайте мы начнем с вас. Вы натуропат, вы занимаетесь травами. Какие травы могут помочь в облегчении страданий? Значит, при заболеваниях артрозов, артритов, как дополнительное средство, естественно, после диагностики врача помогают травы и помогает глинолечение. Глинолечение. Да, но, конечно, естественно, что это лучше всего делать в комплексе. То есть трава делает свое дело, глина дополняет. То есть какие травы и где взять глину? Значит, травы, наиболее самая такая эффективная трава, которая уже опробованная, это корень лопуха. И недаром японцы долгожители, они даже высевают целые плантации. То есть не только принимают вовнутрь отвар корня, но и готовят самые разнообразные блюда из этого растения. Как вы рекомендуете использовать корень, чтобы помочь суставам? Я рекомендую использовать корни так. Значит, чайная ложка корня заваривается стаканом крутого кипятка, это настаивается, процеживается и принимается внутрь по четверти стакана 3 раза в день до еды. Так, глина, где ее взять? Глина есть в Израиле, причем есть глина для наружного применения, есть замечательная глина для внутреннего применения, которая очищает организм от токсинов, от шлаков и является энергетическим напитком. И есть глина косметическая. Но мы, естественно, мы говорим о глине, которая для суставов. То есть это аппликации. Глина для суставов разводится травой, той, которая подходит именно для данного заболевания. Если мы сейчас говорим о лопухе, то есть мы берем порошок глины, мы делаем настой или отвар лопуха, эту глину мы разводим до состояние сметаны, намазываем на больной сустав и оставляем на 2-3 часа. Высыхать или укрываем? Укрываем обязательно. Где найти эту глину? Куда бежать? Мертвое море, да? Нет. Мертвое море – это совсем другое. То есть мертвое море – это немножко другое. Глина лечения имеет совсем другой состав. Она эффективная, она улучшает кровообращение, она снимает боли. И она применяется не только для лечения сустава, а также варикоз, подагра, шипы, остеохондроз, выпадение волос. Это все глина. Можно купить в аптеках? Можно. Хорошо. У меня потрясающий состав. То есть в вашем, скажем, вот вы представите фитоцентр, да, «Розмарин». Можно у вас, конечно, поконсультироваться, конечно, получить всю консультацию, где можно получить, где полностью можно купить, где можно достать? Да. Совершенно, понятно, верно. Мариночка, пожалуйста, у меня в руках мазь. Она сделана на натуральной основе или же здесь... Она совмещает в себе натуральные компоненты и достижения науки. Как мы уже сказали, наши суставы на протяжении жизни подвергаются постоянной нагрузке. Это усиливается с годами, увеличивается вес, травмы, микровоспаление. Хотя их и защищает хрящевая ткань, но она с годами при трении костей стирается, начинает разрушаться, появляется ощущение боли, снижается подвижность сустава, и то, что мы называем, это приводит к артритам и артрозам. Да. Ключевым компонентом, который составляет хрящевую ткань, называется глюкозамин. Угу. Это вещество крайне важно для здоровья суставов хрящевой ткани. Хрящевой то есть он ткани. Входит в этот, да, крем? Да, он входит в эту мазь. И дефицит глюкозамина чаще всего вызывает дегенеративные изменения в суставах и воспаление, и болезни суставов. Как ей пользоваться? И где ее можно приобрести? Приобрести можно в любой аптеке, в любых и больничных кассах. Просто намазывается на сустав перед сном несколько раз в день. Нет ограничения в применении ее. Нужна ли консультация врача? Или, скажем, у человека просто заболел сустав, он может начать ее... Не нужна консультация врача, нет побочных эффектов, не вызывает вообще никаких побочных эффектов. Очень приятный запах, приятно в использовании. В каком случае нужно начинать использовать эту мазь? Первые боли в суставах не нужно запускать состояние, нужно начинать пользоваться. Еще очень важно добавить, что глюкозамин – это средство довольно известное как альтернативной, так и традиционной медицине, но проблема в том, что при применении пищевых добавок, содержащих глюкозамин, действие очень-очень медленно. И берет, вот там мало в этих добавках. Берет долгие месяцы, пока можно почувствовать какое-то улучшение. Провели исследование несколько лет назад, которое доказало, что применение местного глюкозамина в мази в 20 раз более эффективно. Потому что вещества напрямую всасываются, впитываются в пораженные участки. Итак, нодол – это скорая помощь при болях в суставах, воспалении.